нет. Поехали обратно на то же озеро. Дождь льет, мы поехали рак отпускать. Офигеть. И вот и черепаха это была. Он взял ее, ну, летом, ну, там, в траве, там, с ребятишками. Потом слышу по голосу, орет благим матом. Думаю, что такое там случилось? Смотрю, идет, за ним толпа ребятишек. Я говорю, что случилось? Он черепаху вот так несет. И какой-то пацан там подошел и палкой по ней, как дал, у нее панцирь лопнул и кровь. Ничего себе. Я говорю, ну что делать, надо запас, давай же, как ребенка может вылезти. Я дали. Ну это ж как надо ударить, чтобы панцирь даже треснул. Ну она небольшая там. Не, но все равно это... Вот дети нет, разные, и видите. Ребенок тоже подошел и палкой сломал. Вот видите, один ребенок жалостливый, да. А другой вот так вот палкой. Это додуматься надо так. Вообще. Раз шел к подъезду, подхожу, там девчонки бегут, дяденька, там пацаны кошку с крыши сбросили, сейчас дверь ее давят. Ужас. А она упала еще живая, морда разбита, а они ее двери в подъезд. Слушайте, сжают, давят. Это как так можно, а? Ну что, двери тут под затыльник, как дала нам это? Это же, это дети. И вот так вот и делают. Что с ним будет? А дальше вообще что будет? Потом над людьми так. Да. Ой, кошмар. Это с детского возраста все начинается. Да, я один раз столкнулся с таким, машину мыли. А там есть такой закуток, водокачка это стоит, и кусты такие. Дышит. Из кустов кто-то кричит там. Кончайте, вы что? Мужик выскакивает, бомжеватый. И следом кирпич такой вылетает за ним, машина прям подкатился. И смотрю, а с другой стороны пацаны там, лет под 12 такие. Выбегают за этим мужиком. Ну, человек 6-7, наверное, так. А тут мы раз стоим, они бац, остановились тоже. И я так к ним пошел, говорю, вы что делаете? Один берет, я не увидел, что у него в руке там сначала. Раз, у меня вот сюда вот эту правую руку, там нож прилетел. Ну, такой самодельный. Ой, ну все равно, это же прорезал. Кошмар. Ё-моё. Вот это дети. Дети какие. Мне тут нравится издеваться над людьми. Ну, это... А даже у знакомых, у моих родственников. А у них, а те еще родственники эти, какие-то там, ну. У них пацан был там лет 14, наверное, 15, может, такой. Артем, не русский, у него это, бабёнка их, она таскалась с этими не русскими. Блин, у них на славу, ничего русских мужиков нет. Я тоже спрашиваю, а где, говорю, Артем, что-то Артема не видать там. Будто так и надо. Кошмар. Все равно сдох. Угу. Ну, ну я хоть видео успела включить. Чем выгоднее видео, что можно снять вот это. А на фото неизвестно, попадет или нет. Ну, видео по-своему интереснее, конечно. Ну да. Раз мой фотоаппарат сдох, ну, так лучше на видео. Не напечатаешь фотографию. Ну да. Ну посмотрим, ну, дома на компьютере, допустим, где-то выложил. Ну вот мне теперь только так остается. Я не знаю, что теперь с фото делать. Тебе все. Японцев трясти надо. Ну, я не знаю. Простоял полдня тут и ну как, ой, шлепнулся. Шлепнулся на попу, потом на бок. О, тут шайна, вот это шайна, наверное. Тут норди. Или наоборот уже. Я уже... А что вот мужики, охранники, куда-то делись эти все, которые раньше? Ну их меняют местами. Меняют. Ну да. Может, на смену не попадаем такую.
Ну, мне в среду эти будут. Ну, яйца. Вон тут он, там мне раз как-то. Угу. Я ждал этого персидского леопарда, а он там стоит. Угу. А ты, говорит, для чего фотографии? Для газеты какой-нибудь. Нет, для себя. Зачем? Ну, нравится. А что тут нравится? Ну, интересно. Кому-то фотографировать очень интересно. Да, а вот именно. Ну, да. Делать некому, а тут ходит. Там на телевидении будем мы выставлять, и там везде. Я говорю, берите. А это потом бегать мне по инстанциям восстанавливаю. Сегодня я снимаю, а завтра я не снимаю. Сегодня у меня есть фотоаппарат, завтра у меня нет, или заболела. И что я потом буду? Эту пенсию потом восстанавливать. Всякую. Если это, ну, официально, да, там куда-нибудь на карту перечислять, да. Там же и налоговая. Так сразу. Вот я про то и говорю. Они так и предлагали мне. А я потом, мне же это все в пенсионный фонд. И что? И потом все. Так я опять же, один год так это, а на другой год я уже или ну, уже болеть буду, или что буду лежать. И потом буду бегать по инстанциям, восстанавливать свою пенсию. Буду доказывать, что я не получаю ничего. Зачем это? Это лишние хлопоты, да? Там не столько заработаешь, сколько. О, стою, сопли жую. Любуетесь зато. Просто посмотреть хоть вот на... Вот солнце, вот что толку приперся. Свежим воздухом подышать. Только что дома жарить. А я вчера двери балкона закрыла из квартиры. И нормально. Думаю, что я раньше не закрывал. Вентилятор, я и прекрасно. Я все время говорю своим, ну, бестолковые. Я говорю, днем там дрожат, ну, вообще все закрытие шторы завешивают. Да, да. И нормально. А открывать вечером, когда уже прохладно. Вот я так и стала делать. Думаю, что это. А тут выхожу на балконе. Бестолковые все. И вентилятор еще. И прекрасно. И мне не жарко было вчера. А на балконе жар идет с улицы жар. А что, балкон застекленный, там нагревается? Да, 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 да. И нет, я вчера, у меня там тоже все занавешено там. Думаю, закрыл дверь сестерной комнаты, прекрасно. Жарко мне, я шел, думаю, пусть туда идет жар. Там-то открыться с улицы, как бы там пускай. Да, ничего, стоять, пойти. Желто-щелково попробуйте снять. Где он находится? Напротив ягуаров. Тут две клетки у него. Он такой черный и желтенький у него. Ну, он тоже выходит его поймать. Очень трудно сфотать его. Там Куинзи, наверное. Видел, как вдвоем.